смотрите в пятницу 16 июня в 18:15 на телеканале «Саморогиз» программу о животных «Хочу домой». Вы увидите в видеовизитке информацию о двух собаках и одной кошке, которым срочно нужен свой дом и ответственный владелец. Возьми собаку из приюта, и кошке тоже нужен дом. Беседа с гостями в студии: Александра Вадевский, зоопсихолог-кинолог, и Инна Тарасенко, руководитель зооцентра для бездомных собак «Флагман Вет». Сегодня говорим о помощи собакам с проблемами опорно-двигательного аппарата. Обо всем этом смотрите в программе «Хочу домой» на телеканале «Саморгиз» в пятницу 16 июня в 18:15.